Привет! Вы на канале Лайк Вася! И сегодня мы будем готовить пряники и шоколадный трюфель. Вася, как ты думаешь, что нам понадобится для этого? Масло, сахар, белочки, шоколад, какао, какао, мука, мука, два яйца, сахар. И сахарная пудра, ачки. Разрыхлите. И весь рецепт я оставлю в описании. Этот рецепт нам этот дедушка дал. И он до сих пор нам начнет делать даже такие пряники. Но сегодня мы сами попробуем их сделать. Мы начинаем и поехали! Надо сейчас поломать шоколад и положить туда масло и растопить на водяной бане. Вообще, если нравится пропорции, я укажу в описании. Пахнет очень вкусно. Вот мы все время с дедушкой брали такой черный трюфельный шоколад с сливками. Вася, подожди, не так, чтобы нам еще попало, чтобы она быстрее плавилась. Готово. И положим масло. Ага. Вот так целую. Мы ждем, когда наша вода закипит, и поставим это на водяную баню. Но да. Мы сейчас перейдем в другую локацию. Мы поставили шоколад и масло, и мы поставили на водяную баню. И ждем, когда мы расплавимся. И пока плавится наше масло с шоколадом, надо его постоянно помешивать, чтобы ничего не сгорело. Ага. А то сгорит, как мы сделаем. Давайте огонь поменьше сделаем. Я возьму лампочку и немножко помешаю. А потом... О, началось плавиться, Вася. Началось плавиться, даже мешать. Так, дави и мешай. Дави. Так, вот мы вернулись. Наш шоколад практически растаял. Вот сейчас его покажу. Васька, помешай. Так, все, наш шоколад с маслом растаял уже. Наш шоколад уже растаял с маслом, и мы можем продолжать дальше. Поехали! Мы уже растопили шоколад, и сейчас мы должны будем его переменить в эту мисочку и добавить сахар. Сейчас мы его перелили наш шоколад вот сюда. Шоколадная смесь с маслом. Сейчас Вася добавит сахар и хорошо перемешает. Ничего страшного. Для меня. Нужно попросить Валеру, чтобы он это увидел. Или что, Валера, не зарегистрируется. На кавычках. Там есть Паша, Валера. Видите, какой он смешный. Oh,
Васька, покажи нам. Я не вижу. Спасибо. Ну что, размешалась? Да, очень хорошо размешала, ты молодец. А потом муку? Ой, какой. Это заготовка для фондантов, как будто вот это шоколадный фондант. Это как будто этот крем. Так, ну мы оставляем это немножко остудиться. Наша смесь остыла, и мы добавляем одно яйцо. Давай я тебе заготовлю, а ты ее разберешь. Давай. На, держи. Скорлупа, чтобы не попала. Что она сделала? Давай. Тебе не нравится этот белок? Боишься его? Так, все. А еще одно яйцо, это идет у нас для глазури. Дальше мы добавим какао. Одну столовую ложку. И нам опять все будет хорошо перемешать. После какао мы добавляем муку. Надо будет ее просеять. Мы сейчас будем. Сейчас Васька ее просеет. Широко, да? Давай, пожалуйста, давай. Так, ну давай, посмотрим. Да, еще немножко. Да, еще немножко помешать. Так, сейчас я открою какао. Не замочь. Открываем немножко. Вот я понюхаю. Очень вкусный шоколад. Думаю, лучше посеять его, чтобы это не просить. Какао мы сейчас быстренько просеем. Какаушка. Вот сахарная пудра нам понадобится для глазури, поэтому я ее отложу пока что. Мешаем. Так, Васька, знаешь, что нам дальше надо добавить? Нет. Дальше мы добавляем муку и замешиваем тесто. Но муку надо будет просить. Подожди. Давай, я засыплю. Я ее насыплю. Всю? Да, всю муку. Молодец, мы всю муку просеяли. Сейчас мы перейдем в другую локацию, чтобы очень хорошо это перемешать с помощью блендера. Мы взбиваем с теста. Мы опять это перемешиваем. Чем? Блендером. Да, перемешиваем опять блендером. Мы отправляем тесто в холодильник на 30 минут. Мы достали тесто из холодильника. Мы достали
Согреваем нашу духовку на 160 градусов и ждем, когда она греется. Мы смазываем наш противень маслицем и потом будем ложить туда вот кружочки нашего теста. В разогретую духовку мы ложим наш противень с тестом для печенья. Закрывай. Мы поставили печеньки на 30 минут в духовку. А пока что мы сделаем глазурь. Мы взбиваем белок до образования крепких пиков. Вот мы взбили наш белок до образования пенки, то есть крепких пиков. И сейчас будем добавлять, будем взбивать и добавлять сахарную пудру. Вот такая у нас получилась глазурька. Теперь мы ждем, когда наши пряники подоспеют, и мы будем их смазывать. Да, еще немножко, мы загрузим вторую партию. А эти смажем, сначала мы их смажем нашей глазуркой, и отправим еще на парочку минут, и будем делать вторую партию. Вот наши пряники уже готовы, сейчас мы их будем доставать и мазать нашей глазурью. Пахнут они очень вкусно, и сейчас Вася намажет вот эту вот глазурьку. Давай, Васька, давай ложечку. В порядке? Вот и намазала свою половину, сейчас Васька свои намажет. Откроем это опять в духовку на 5 минут. Закрываем. Вот наша глазурька уже побелела. И сейчас мы будем доставать наши пряники. Вот берем пряники и перекладываем в тарелочку. Вот такие печеньки у нас получились. Вася, покажи. Вот такие. Очень вкусные. И вот эта вот сверхная штучка, глазурька, очень напоминает сахарную вату. Ну а мы с вами прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь.